преобразователь самодельный на 25 вольт. Преобразователь самодельный на 12 до 60 вольт. Этот на 19 вольт питается. Вот тут пуш-пул. Это генератор пачек с синхронизацией этого пуш-пула. Коробочку закрыл. Вот параллельно гранате теперь нет конденсатора. Конденсатора резонансного. Тут 5 микрофарад конденсатора в общую емкость и 116 ватт лампа нагрузка после диодного моста. Этот красный конец идет на землю, и потом идет на землю. Вот тут 5 метров, и потом другой кусок, 5 метров вот тут. А тут еще где-то 15 метров я раньше подключил. С ним вроде бы хуже светит все это диодное заземление. Вот светодиод заземления на колечко намотан. Пока резистор не подключен, только светодиод. Включил осциллограф. Включу питание 25 вольт. Потребление 5 ампер, напряжение значим где-то уже ниже, чем 25 вольт, где-то 23 вольт. Вольт. Она уже после 4 где-то ампер начинает проседать. Так она стабильно 25 вольт держится. В резонанс вогнал индуктор. Теперь снимаю с этого колечка, надетого на этот провод, на 6 от 6-ляра. И вот такая осциллограмма. Это непонятно. Ну, вот эти импульсики, так там от водки, от того, от этого импульсного самодельного блока питания. Эти наводки только на осциллографии видны, но и так-то абсолютно они никак не мешают работе. Теперь включил высоковольтное напряжение. Вот включил. Светился светодиод в заземлении. В общем, все работает. Но прибавки никакой нет. Вот лучше я осциллограф вот тут положу.
когда землю подпускает, она немножко сейчас делает, потухает. Когда я свой грамм минусовой к земле подключаю. Частота 24 килогерца. 24, потому что я убрал тот резонансный конденсатор, который параллельно шестиляру стоит. Вот, посмотрим частоту. А этот он теперь ерунду показывает, потому что Тесла включен. Вот, 29.38. Это когда отключил Тесла. Индуктор L1 вот 10 метров, 1,5 слоя, потому что одножильный, поэтому он тоньше. Но шестиляр 2 слоя в одну, 4 в другую намотан. Вот Тесла не работает. Теперь включу трансформатор Тесла. Пошли импульсы пачки. И тут неудобно смотреть вот так возле индуктора, потому что очень сильные наводки идут от Теслы, и этого синусоида индуктора почти не видно. На колечке смотреть, надето его тут удобнее смотреть. Вот надел колечко. Вот тут. Вот такая сфограмма. Теперь включаю Теслу. Подвигаем немножко. Во время двигания никаких вспышек не было.
Можно и индуктор подвигать, может. Частота Тесла. Вот этот индуктор подвигать, может, частота трансформатора Тесла изменится. Но уже двигал, чего это не дает. Параллельно конденсатора и индуктора нет, вы если вот так замкнуть, тогда будет. Особо ничего не поменялось. Теперь сдвину индуктор. Сдвину. Что надо сделать, мне непонятно, чтоб появилась даримая энергия. Транзистор.